Бокситогорский район, деревня Анисимова, свежий воздух, уютная атмосфера. 29 ребят в возрасте от 1,5 до 18 лет живут и воспитываются здесь, в детском доме. Ранее было принято решение о закрытии детского дома из-за недостатка денежных средств, которые поступают из областного бюджета. Сегодня решен вопрос о выделении дополнительного финансирования, необходимого для нужд учреждения. Финансы будут поступать из средств областного бюджета в виде дотации для Бокситогорского муниципального района на содержание Анисимовского детского дома. Прекрасный директор Зоя Федоровна Ефимова заботится о воспитанниках, старается сделать проживание ребят наиболее комфортным и жизнерадостным. Недавно детский дом отметил свое 17-летие. Праздничный стол, гости, подарки, игры – все остались довольны. Индивидуальная работа ведется как педагогом-психологом, так и воспитателем. Колоссальный труд вкладывают в каждого ребенка. Работа идет по двум блокам, это с дошкольниками. И работа осуществляется с школьниками. Но школьники, в свою очередь, тоже мы делим на среднее звено и на старшее звено. С дошкольниками осуществляется работа по программе Васильевой, а с детьми школьного возраста по программе «Школа жизни». С утра дошкольники занимаются с воспитателем, проводят по программе на Васильевой, потом занятия с педагогом-психологом, и все соблюдают все режимные моменты. С детьми школьного возраста осуществляется работа во второй половине дня в основном. Это кружковая работа. У нас очень хорошая столярная мастерская, где ведется работа по резьбе по дереву. Очень хорошо оборудованный компьютерный класс с выходом в интернет. Ведется также работа с девочками, это класс кулинарии, где девочки могут готовить. И много, конечно, времени уделяется очень именно непосредственно индивидуальной работе с каждым ребенком. Также хорошо оборудованная библиотека, где дети проводят очень много времени. Библиотека очень уютная, большой объем литературы, как необходимой для образования, так и художественной литературы. После урока есть у детей трудовой час, да, на котором дети помогают по огороду. То есть у нас сейчас и сами выращиваем и помидоры, и кабачки, и морковь. И все дети выращивают своими руками. Самостоятельно, при помощи воспитателей, на трудовом часу. Потом пытаются сами на уроках кулинарии, на занятиях по кулинарии это приготовить. Благодаря слаженному коллективу в Анисимовском детском доме царит атмосфера добра и любви. Ежегодно детскому дому помогают инициативные группы из Санкт-Петербурга, благотворительные фонды. Приобретают продукты, одежду, игрушки, канцелярские товары, содействуют в ремонте. Директор детского дома Зоя Федоровна выражает благодарность жителям поселка Анисимова, администрации Бокситогорского района и правительству Ленинградской области за помощь в сложившейся не так давно ситуации закрытия детского дома. На совещании в правительстве Ленинградской области было принято решение – Анисимовский детский дом закрыт не будет. От лица всего коллектива, да, я присоединяюсь к словам Зои Федоровны, да, о том, что хочется поблагодарить всю администрацию Бокситогорского муниципального района за оказанную помощь в прекращении ликвидации нашего учреждения. Детям здесь нравится, свежий воздух, отдаленность все-таки от города небольшая, что дети имеют возможность и на экскурсии ездить различные. В Санкт-Петербург у нас возятся дети, и в Пикалево на каток зимой, и в бассейн возим детей, поэтому... И все-таки нет такого соблазна, что близко к городу, что все-таки... Вот это большой плюс нахождения детского дома все-таки вот в Анисимово, именно вот что-то такой глубинки. Елена Валдес, Сергей Макаров, Пикалевское кабельное телевидение.